Всем зрителям канала Уральская усадьба привет. Сегодня у нас 4 мая 2017 года. Собрали мы теплицу павильон. Шириной 3 метра, длиной 4 метра. В количестве 2 штук. С 3 торцов у нас установлены двери купе. С 1 торца установлена форточка. Сами конструкции стоят на брусе 100 на 150. Брус пропитан антисептиком. Арки и торцы у нас сделаны из профильной трубы 20 на 20. Арки выполнены в виде ферм. Поликарбонат 4 мм. 0,72 плотность. Также в каждой теплице у нас установлены в коньковой фрамуге с ручным управлением. На торцах у нас установлен резиновый уплотнитель. И все торцы у поликарбоната защищены торцевым профилем. Ну вот на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока!